Да-да-да, всем привет, Кента пока на проводе, и это очередная серия по читер-патрулю. Если ты, да-да-да, именно ты, против читеров, поставь лайк. Ребята, давайте проведем небольшой эксперимент. Представьте, что с каждым лайком и подпиской на мой канал исчезает один читер. Поэтому поставь лайк и подпишись, если ты против читеров. Ну а мы начинаем. Если хочешь получить крутые скины для стендов 2, как у меня, то рекомендую проект под названием Steady Drop. Большое разнообразие кейсов, постоянные акции и бесплатные ежедневные кейсы. Тут ты можешь получить любые скины. Как бонус, по моему промокоду Кент, ты получишь 25% пополнению. Все нужные ссылки ты найдешь снизу. Ну а теперь рубрика «Комментарии от подписчиков». Чтобы в нее попасть, прямо сейчас пиши любой креативный комментарий, и возможно в следующем видео будешь именно ты. Самый популярный комментарий. Кто не гей, ставь лайк. Ребята, как же мне надоели эти байты. Кто не гей, ставь лайк. Кто любит мамы, ставь лайк. Кто хочет керамбить, ставь лайк. Кто любит кушать какашки, ставь лайк. Да ребята, харе уже. Пишите комментарии по делу, я вас умоляю. Тут только один байтер, это Кент АПК. И больше никто. Посмотрите на мое лицо. Короче, слушайте комментарий. Твое лицо, когда ты списал с одного сайта с одноклассником, ты получил 2, а он получил 5. А как? Охренеть, не встать. Он... Не, ребят, ну реально интересно, а как такое возможно? Вы списали с одного сайта, ты получил 2, а он получил 5. Пацаны, как? Лицо твоей мамы, когда ты принес 2. И победитель в номинации «Самый креативный комментарий» был таким: «Как скачать читы?» Мы якобы боремся против читеров, а не скидываем ссылку на читы. Вот я не понимаю, что в голове у этих людей. Я надеюсь, что он пошутил, потому что если он не пошутил, то тут, ребята, надо звонить в 103. Вот за такие комментарии я и люблю школьников. Ну, ребята, ну посмотрите, как это мило. Ну, это настоящий петух. Ирина, а кто петух-то? Ты гей! Ирина, нельзя такие вещи говорить про кента. Да, ебам. Я думаю, вы все поняли, что она хотела написать, но, короче, но у нее не вышло. Ребята, вы знаете, что это моя стихия, вырубать читеров. Так вот, меня попросили вырубить читера с носа. Окей, не проблема. Когда-то я все-таки сломаю эту вебку. Поехали! Первый читер на сегодня. Перед началом ты топ. Спасибо, ты тоже топ. Ребят, кто топ, ставьте лайки. Так, вот он мой подписчик, купил себе G22, и как вы думаете, что ж будет дальше? Опять по расстрелам! Эх, жалко-то тебя банить, ну, не сильно, но мы забаним. ID 540-11-897. Окей, братишка, я ему дам путевку на банановые острова. Ну, а следующий наш читер будет даже с озвучкой от моего подписчика. Слушаем. Привет, Кент АПК. Привет. Я тут читера нашел. Давай. Вот Мармок. Так. Вот это вот его ID. Так. Ну, я надеюсь, пруфы будут? Забаним. Ага. Так. А зачем пруфы кидать? А, ну да, я ж на слово всем верю. Сейчас пол игроков стендов оперебаню. Зашибись. Ребята, ну вы что, рофлите? Или вы шутите? Это так не работает. Мне нужны доказательства. Народ, нужна ваша помощь. Это читы или бах? Что это такое? Посмотрите, видите? Чувак заполнил бамбу на ступеньках. Ну это просто вообще офигеть можно. Вот там только сверху, видите? Бамбу на ступеньках. Ну, ребят, у меня реально нету слов. Что это такое? Ну, блин. Но это не все, это не все. Вот нам показали ID этого вот читера. Окей, я понял. Теперь, ребят, смотрите дальше. Буквально через 3 секунды начинается игра. 3, 2, 1. И бомба уже стоит. Смотрите, бомба уже заложена. Взрыв через 40 секунд. Вы можете это представить? Вы можете это представить? Чувак как-то заплентил бомбу буквально спустя 1 секунду. То есть игра только началась, и через 1 секунду бомба уже была запленчена. Это нормально, по-вашему? Посмотрите, где бомба. А как она там оказалась? Что это такое? Народ, кто знает, напишите в комментариях. Я в шоке.
Как? Что? Что происходит? Остановите мир, я сойду! Так... А тут вообще чувак с спидхаком! Ядрить, колотить! Вы откуда вообще взялись тут? Твою налево! Вот это да! Не, ребят, я, конечно, всякое видал, но такое это просто полная попа. Да-да, вот грифер. Отлично, вот его ID. Давайте еще раз посмотрим. ID 602-877-63. Это самый жесткий читер за последнее время. Ну а сейчас читер-нуб. Вы, ребята, думали, не будет в этой серии читера-нуба? Вы глубоко ошибались. Посмотрите на парня под ником Каспер. Чувак целится в небо и пытается убить противников. Смотрите, так... Так, убил кого-то, обалдеть, представьте, убил кого-то, ах ты поганый читер. Ну ничего, ребята, сейчас его настигнет карма, смотрите, дальше стреляет, пока кому-то целится. И тут приходит чувак и просто его убивает за 2 секунды. Ох уж эти читеры-нубы. Так, и сейчас нам должны показать их ID. А, вот ID, вижу. Так, ребят, самое главное, ID 379-99778. Каспер, пока. Не, пацаны, это уже какое-то издевательство. Посмотрите на этого читера, что он себе позволяет. Ща, смотрите, игра еще не началась, а чувак всех убивает с гранаты. Ник у него Good Morning. Окей, Good Morning. Сейчас будет Good Evening. ID 611-325-45. Вот харе всех убивает при помощи гранаты. Ты за это получишь бан, вот так вот. И что больше? Так, не делал. Я проверю лично. Ага. Что мы видим? Мы видим... уважаемого, нет, читера, который сейчас получит бан. Ну, тут, ребята, и так уже все ясно, без лишних слов. Просто говорю ID 608-1580. Чао! Ну, а сейчас вы, ребята, увидите самого беспаленного читера. Посмотрите, чувака вообще не напрягает, что кто-то снимает на видео. Его вообще ничего не напрягает. Просто прицелился в стенку и начинает всех убивать. Ну вот, за это он и получит бан. ID 57000893. Кстати, красивое ID, но оно ему не поможет. Чувак, ну ты хоть бы как-то менее беспаленно целился. Вообще, ребята, посмотрите. Может, этот читер думает, что он играет с невидимкой или еще что-то. Просто я не понимаю. Чувак, думаешь, он беспаленный или как? Ну, короче, ребят, забаним его тоже, не переживайте. Ох уж эти читеры с дорогими скинами. Ребята, ну я не знаю, как это назвать по-другому, но, мягко говоря, это некрасиво. Это мягко говоря. У парня ID 600-42507, плюс у него был нож. Ну, не обычный, а донатерский нож. И я в шоке. Как? Зачем? Зачем ты скачал читы? Ты ж потеряешь все, что у тебя было. Лео Месси, зачем ты играешь с читами? Мне тебя жаль, но не сильно. Поэтому ты получишь бан. Вот так вот. И больше не читери. Ну что же, мои уважаемые подписчики, большое вам всем спасибо за просмотр данного видеоролика, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, ну и самое главное, напишите какой-то хороший позитивный комментарий. С вами был ваш Кента ПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока.